think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня открытие очередное интересное карт, третьих карт. Я их накопил свыше 1000, я давненько их уже копил. Конечно, к сожалению, многие сундуки я не могу открывать, так бы еще больше было. Кстати, отсюда же тоже падают карты, сейчас мы откроем. У нас будет побольше карт, и я решил сделать конкурс на количество угаданных, точнее угаданной, не знаю даже как правильно, на количество фрей, которые у меня на аккаунте. Я записал перед этим видос, сколько у меня фрей, я пооткрывал осколки, которые есть, плюс сделал махинации. В общем, есть определенное количество, которое у меня уже есть на аккаунте, и соответственно мы сейчас с вами пооткрываем вот эти все карты и получим. Так, тут у нас тоже третьи падают, даже больше у нас будет карты, и получим соответственно какое-то число фрей. Я его не буду говорить, я его оставлю. Ну, вы, в принципе, у меня есть определенная цифра, которая есть на аккаунте сейчас на данный момент по героям, и вы должны будете угадать количество героев на аккаунте и посчитать здесь карты. Так, тут у нас карт нету, и соответственно это все сплюсовать. Такс. И кто угадает, получит недостающего какого-то интересного донатного героя. Участвуют все серваки, поэтому все зависит от вас, от вашей удачи. Все вроде. Все сделали, окей. Поехали. Поехали, будем открывать, потому что это будет длительный процесс. 1009 карт. Вот так вот. 1009 карт. Открываем, смотрим, какие шансы. То есть ваша задача написать комментарий. Пример я сделаю. То есть количество. Ну, смотрите, как падают. Неплохо падают герои. Фрея падает где-то раз на 30 карт. Вот на 20. Тут нету. 30-40 карт и одна Фрея получается. То есть статистика довольно-таки интересная. В общем, что вам надо сделать? Написать комментарий, как с вами связаться. Поставить лайк, сделать репост данного видоса социальную сеть, но как все как всегда, то есть это проверю. У вас должна быть открыта подписка на мой канал, то есть подписка на канал, лайк, репост и комментарий, где как с вами связаться, куда вы делали репост, плюс указать правильное количество, окончательное количество фрей на моем аккаунте. В принципе, ничего сложного. У меня есть уже просто база, сколько там было, сколько я оставил. Ну а ваша задача посчитать, сколько мы здесь выбили и угадать то число и это. Ну не знаю, кто хочет, может смотреть предыдущие видосы, там искать, но это чисто я сделал конкурс на удачу. Вот кто угадает, тот получит. Чисто вот такой конкурс. Ну как видите, афины просто сыпятся, а вот Фрей, наверное, это Фрей и ПБшка. И Риббит. Самые редкие герои, как ни странно. Давненько я уже хотел пооткрывать эти карты. Ну, они валяются, от них толку нет. Это чисто КГшки. Ну, просто стало интересно, какие же все-таки шансы. И шансы, как видите, ну, по-разному, но 20-30 карт и одна фрая вылетает. Как-то быстро мы открыли все. Просто изи. Знаете, хорошо, что есть сейчас автомат, по одной не придется открывать. Потому что раньше это был просто лютый трэш, когда мы открывали все по одному. В общем, я вам условия рассказал, все, что надо сделать.
угадали, я не знаю, конкурс будет длиться сегодня 29-е. Ну, давайте на следующие выходные, сегодня воскресенье, доживем до следующих выходных. Так, надо попродавать эту сетичь, поосвобождать места, мне места не хватает. На следующих выходных мы с вами, не знаю, или стримец, или видосик. Наверное, стримец будет, потому что я вам покажу видос полностью этот фуловый, я его обрежу. То, что я открыл, вам выставлю только часть, ну, чтобы приблизительно понимали, как оно все происходит. Так, блин, столько всяких плюх накопилось, надо это все пооткрывать. Вот, поэтому это чисто на удачу. Все зависит от вас. Я думал определенного кого-то героя разыгрывать, но я прекрасно понимаю, что у кого-то есть Зефир, у кого-то есть Барт, нету Зефира, у кого-то есть Лис, нету Мэри, Божество, то есть разные варианты. Понятно, что собирать нового героя я не буду, я себе даже его не собирал, потому что это бессмысленно, он беспонтовый, бестолковый, но с тех героев, которые нужны, я думаю, у многих у вас их нету. Вот, поэтому мы... Я посмотрю уже на аккаунт, если кто-то угадает, я надеюсь, что угадает. Я решил в таком формате сделать, самому интересно. Угадайка у нас была утренняя, но честно скажу, битва замков загибается. И не каждое утро я стал ленивым заходить и вот это вот все делать. Тем более актив упал, ну смысла никакого нет. К сожалению, игра просто уже убила себя. Обновление, все надеялись на это обновление, нам рассказывали про новую локацию, вот это все, это перемена, но это такая хрень, честно скажу, что просто дальше некуда, не знаю, мне эта локация просто не зашла, можно было намного интереснее, они реализировали ее во второй версии New Dawn намного круче, нежели здесь, ну, по крайней мере, мне там больше понравилось, нежели на этом, на этой версии, которая есть у нас. Ну, это такое. Вот так, у нас тут максимум камешков. Сейчас пооткрываю хоть плюхи, потому что забил весь склад и не могу ни хрена сделать. Так, это у нас... Эти я не продаю, это скебашек. Я решил зафармить. Не знаю, или это у меня получится, конечно, зафармить королевскую битву до 30-го левела и посмотреть, сколько плюх каких я получу. Это, конечно, длительный процесс. Я уже забил на это все давненько. Но попробовать, думаю, стоит. Сейчас хочу пооткрывать расходники. Реально места не хватает. Бывает, что забираешь, и просто тупо нехватка места. Да я на мессу бегал, ничего себе. Это я там делал. Когда это я туда успел уйти. В общем, условия я вам сказал, рассказал. Фуловый видос мы с вами уже вместе все посмотрим. Либо на стриме, либо просто запилю видос. Ну, я думаю, на стриме сделаем стримец. Выберем время. В общем, у вас есть неделя. Желательно, ребят, ну, я сразу говорю, спамить там, твинки и прочее, это не прокатит. То есть, это чисто на удачу, поэтому подумайте, у вас есть возможность там менять, не менять, я все равно в определенный момент просто открою все комменты, если это будет стрим, и там уже, в принципе, меняй, не меняй, уже ничего не изменится, я буду по них определять. Такс. Таким расходником вроде все пооткрывали. Надо попродавать еще вот эту вот срань. Реально, я что-то... С каждым обновлением все меньше и меньше места становится. Я не знаю, что так, но реально просто места не хватает. Так, эти оставим, пусть будут, то мало ли IGG опять ведут какую-то акцию на обмен.
Кстати, я так и не чекнул здесь шарик. Я забил тоже его забирать. Так, ну 30 мест оставил, вроде более-менее нормально будет. Кто не знает, как участвовать в конкурсах, заходите в плейлист конкурса. Там у меня всегда есть видосы, что как происходит. Поэтому ничего сложного нет, все условия те же. Открытая подписка. Лайк, репост, социальные сети, комментарии. То есть ничего сложного. Все по стандарту. Такс. Что я хотел? Ну, вроде все почистили. А, надо еще чекнуть. Какой там лавел кабашки я доделал. Я не знаю, куда это фармить. Такая, честно говорю, лень. Столько локаций, не такие бесполезные. Единственное, что возможно словить нового демона, попробовать. Ну, в любом случае, вот кабашка, реально реализацию они сделали намного круче. На сегодня локация переродилась, и для бездоната вот эта вот локация интересна. Правда, я не помню, я нового босса так и не бил, надо будет посмотреть. Я пробовал его, но, конечно, он реально смешной. Если с моими героями он просто их шатает, сливает, то я не знаю, что там без доната. В общем, ладно, такие вот дела. Этот видос я, может, возможно, мы посмотрим потом фуловый. Я его обрежу, у вас будет часть только, где я открывал карты. Все условия я вам сказал, поэтому все зависит от вашей удачи. Рандом вы, в принципе, увидели в открытии карт. Я не знаю, сколько я себе просто посмотрю после видоса уже. Ну, сплюсую. Вы можете сплюсовать, я буду приблизительно сейчас знать, сколько у меня выпало. У меня есть точное количество, а вы уже в комментах. То есть вы должны написать, еще раз повторяю, вы должны написать точное количество, сколько у меня после открытия сундуков. Не сколько я открыл, точнее карт, не сколько я открыл в картах, а сколько я открыл в картах плюс... это обычный демон, плюс те, которые у меня были на складе. То есть вы должны это каким-то, не знаю, чудом, десятым глазом учуять и угадать. Вот поэтому такой вот конкурс, угадай количество фрей. Все, пишите комменты, ставьте лайки. До следующей, не знаю, до следующего стрима, наверное, сегодня. Всем удачи, всем пока.